Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и связанные с этим ограничительные меры пугают людей. С началом пандемии коронавируса мы были вынуждены кардинально поменять свой уклад жизни. Для некоторых это было сделать очень сложно. Что такое панические атаки и как с ними справиться, расскажет Елизавета Кабанова. Третья волна коронавируса в России привела к очередным ограничениям. Пандемия, карантин, масочный режим, закрытие различных заведений коснулись каждого. Все это не могло не спровоцировать у некоторых людей различные состояния и расстройства. Постоянный стресс и переживания вылились в панические атаки. Зачастую паническая атака сопровождается сердцебиением, потливостью, страхом смерти, дискомфортом в области желудка, головокружения, сухость во рту. То есть довольно острое состояние, которое крайне дискомфортно для человека, которое продолжается несколько минут, ну или может быть до получаса. Ну, такие частые, наиболее характерные симптомы. Помимо этого, люди, которые подвергаются панической атаке, они боятся, страх смерти возникает, как я уже сказал, страх сойти с ума, головокружение, обморок. То есть такое крайне дискомфортное, неприятное состояние, возникающее без каких-то видимых причин. Также есть и схожие состояния, при которых у человека может возникнуть паника. Например, тревожно-фобические расстройства. Но в отличие от панических атак, у них есть провоцирующий фактор. Так, при клаустрофобии у человека возникает паника в замкнутом помещении, и в дальнейшем он старается избегать таких мест. Панические атаки, они возникают периодически, без какого-то видимого интервала, скажем так. Сложно предугадать их начало. Поэтому, соответственно, у пациентов, страдающих этим расстройством, у них возникает, скажем так, озабоченность по поводу возможности возникновения новых эпизодов. Они в какой-то степени, ну, их беспокоит сама атака и ее последствия. В настоящее время такое расстройство достаточно эффективно лечится. Назначается лечение специальными препаратами и психотерапия. Проблема в том, что люди иногда не понимают свое состояние правильно и не сразу обращаются за помощью. Мы решили узнать у наринмарцев, знают ли они, что такое паническая атака. Паническая атака – это когда у человека внезапно начинаются приступы паники. Я боюсь уколов. И, может быть, даже это и есть паническая атака, когда я прихожу в больницу на прививку какую-нибудь. Люди путают симптомы панических атак с другими заболеваниями, связанными с физическим здоровьем, например, сердечным приступом. Поэтому приходят к терапевту, потому что беспокоятся о своем состоянии. Мы часто видим ситуацию, когда люди месяцами ходят либо по врачам, либо они опасаются к нам по причине возможных каких-то социальных ограничений. Поэтому опасаются к нам идти, таким образом снижается у них качество жизни. Но хочу сказать, что никто в таком случае ни на какой диспансерный учет брать не будет. Человек абсолютно анонимно получит, собственно говоря, квалифицированную помощь. Опять-таки вернет свое качество жизни и, ну, в дальнейшем как бы какое-то время будет получать поддерживающую терапию. Ну и надеемся, вскоре, собственно говоря, забудет об этих неприятных симптомах. Если вы все же столкнулись с признаками панической атаки, то специалисты предлагают попробовать дыхательную гимнастику, чтобы восстановить ритм сердца. Также можно попробовать как-то отвлечься, например, сконцентрироваться на звуках вне дома или квартиры. Паническим расстройством страдают примерно 6% населения. Главное – вовремя обратиться за помощью, чтобы как можно скорее вернуть комфорт в свою жизнь. Елизавета Кабанова, Леонид Шишлов, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».